Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать товары, которые я купила в магазине Fix Price. Я совершенно случайно сегодня зашла в этот магазин, а вышла оттуда с целым пакетом товаров. Хочу вам показать то, что я сегодня там приобрела. Ну вот, первая моя покупочка – это вот такие перчаточки. Это перчатки садовые с нитриловым покрытием. Очень классные перчатки, они мне понравились, хорошего качества. В этих перчатках удобно работать в саду и в огороде. Они многоразовые, их можно постирать, с них легко смоется грязь. Были они в нескольких расцветочек, по-моему, расцветок 15-20 точно. Но я вот выбрала себе вот такую классную расцветочку. Стоимость этих перчаток 330 тенге, а в рублях это где-то 55 рублей. Следующая моя покупочка – это вот такой выдвижной нож с запасными лезвиями. Я сейчас его распакую. Вот такой классный нож. Конечно, он предназначен в основном для различных канцелярских работ, но и помимо канцелярских работ его можно использовать в домашнем хозяйстве. Также им очень легко открывать будет посылочки. Посылочки с AliExpress. И есть запасные лезвия к этому ножу. Стоимость его также 330 тенге, 55 российских рублей. Следующая посылочка, которая меня очень обрадовала, это вот такой мини-парник. Мини-парник с торфяными таблеточками. У себя на канале я уже показывала, как я высаживаю петунии в торфяные таблеточки. Та петунья у меня уже хорошо подросла. Высотой она уже где-то примерно 5-6 сантиметров. Но я решила, что мне этих петуний будет мало. Буквально сегодня я получила вот такие три пачки различной петунии. У нас есть классный интернет-магазин в Казахстане Flip. И вот я там заказываю вот такие товары. И вот сегодня я получила, и как раз размышляла над тем, куда бы мне высадить эту петунью. И вот в магазине случайно набрела на вот этот мини-парник. Очень удобный. Я уже вот начала его распаковывать. Сейчас я распакую за кадром и покажу вам. Ну вот я распаковала этот мини-парник. Посмотрите, как он выглядит, этот парник. В нем 12 торфяных таблеточек. Затем дальше вот в комплекте вот такой поддон. Размер этого поддона 17 сантиметров на 20 сантиметров. И есть также вот такая крышечка, чтобы закрывать эту рассаду. Вообще очень хороший парник. Все продумано буквально до мелочей. И стоимость этого парника совсем недорого. Тоже 330 тенге, 55 российских рублей. Следующая покупочка. Это вот набор вот таких зубных щеточек. Здесь три щетки, получается 2 плюс 1. Три щеточки по цене двух. Обычные зубные щетки Colgate, но мне понравилась расцветочка и форма этих зубных щеток. Довольно-таки удобная. Стоимость этих зубных, трех зубных щеток 880 тенге, но это где-то 150 российских рублей. Следующая покупка – это вот такие шпажки бамбуковые. Их здесь в наборе 100 штук. Приобрела я их для кухни. Я люблю готовить на этих шпажках различные блюда. Мясо, курицу с овощами в духовке. Интересное и аппетитное блюдо получается. Поэтому эти шпажки для меня очень актуальны. Вот эта покупочка, она тоже у меня для моих цветов. Это вот такое универсальное удобрение для комнатных растений. В состав его входит азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. Стоимость этого небольшого пакетика 165 тенге, но это где-то, наверное, 27 российских рублей. Следующее. Покупочка обычной батарейки, их здесь в комплекте было 10 штучек, но мне срочно понадобились батарейки, и я уже 5 штучек отсюда достала. Обычная покупочка, стоимость также 330 тенге, 55 российских рублей. Ну и самая интересная покупка, это вот такое настольное зеркальце. Упаковано было вот в такую коробочку, симпатичную коробочку, настольное зеркало с подсветкой. Зеркальце
зеркальце изготовлено в Китае. Вот зеркальце крутится. Здесь с задней стороны устанавливается три батарейки. Чтобы показать вам, как работает это зеркальце, я как раз таки и использовала вот эти батарейки. Ставила сюда, с задней стороны зеркала, эти три батарейки. Зеркальце вращается, выполнено из белого пластика. Пластик прочный, хороший. Я давно смотрела на это зеркальце, но вот только вчера решила его наконец-то купить. Посмотрите, оно с подсветкой. Вот таким образом светится это зеркальце. Мне оно очень понравилось, и я его приобрела. Стоимость этого зеркальца 1100 тенге. Это примерно около 200 российских рублей. По-моему, где-то 185 российских рублей, если я не ошибаюсь. Еще одна покупочка, которую я приобрела в магазине Fix Price, это вот такое санитарно-гигиеническое средство «Универсал». 10 в одном. Убивает микробы, дезинфицирует запахом лимона. Это очень хорошее средство. Я беру его не в первый раз, оно мне очень нравится. Стоимость этого средства 440 тенге. И вот последняя покупочка из магазина Fix Price – это вот такая металлическая линейка. Мне она очень понравилась в том плане, что она, во-первых, металлическая, во-вторых, она выполнена вот таким углом. С одной стороны ее длина 20 сантиметров, с этой стороны ее длина 30 сантиметров. Очень нужная и полезная вещь в домашнем хозяйстве. Особенно такая линейка пригодится, когда вы будете делать дома какой-либо ремонт. Очень удобно. И самое главное, она металлическая. Стоимость этой линейки 330 тенге, 55 российских рублей. Вот такие покупочки были у меня сегодня в магазине Fix Price. Надеюсь, вам тоже понравились мои покупочки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем желаю добра, здоровья, пока-пока!